Хороших эмоций и приятных сюрпризов много не бывает. В этом уверены запорожские спортсмены. С самого утра прибыли в гости к пациентам местного гериатрического стационара. С собой активисты привезли подарки и цветы. Акцию приурочили к Международному женскому дню. Пациентки учреждения признаются, сюрприз пришелся им по душе. Подробности далее в сюжете. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. Чтобы каждый день начинался с улыбки. Об этом мечтают пациентки местного гериатрического стационара, для которых это медучреждение на время стало родным домом. 88-летняя Марина Константиновна говорит, 8 марта для нее один из самых любимых праздников. Самое интересное, когда была семья, когда был муж у меня жив, это да, конечно, было это интересно. Знаете, это праздник весны, праздник любви, ну, это как-то хочется вот, даже люди добрее, по-моему, даже становятся. Сделать пожилым леди праздник и подарить положительные эмоции решили запорожские спортсмены. В гости приехали не с пустыми руками. Привезли цветы, сладости и теплые поздравления. Конечно же, долгих лет жизни, долгих и счастливых. Мира, добра, любви и благополучия. Делать приятно женщине всегда приносит только позитив. Пожелать здоровья и как-то может вдохновить на занятия спортом, я думаю, и в этом коллективе это полезно будет. В свою очередь пациентки стационара признаются, физкультуру любят и стараются каждый день делать зарядку. Услышав об этом, спортсмены пообещали организовать для пенсионеров спартакиаду.